Здравствуйте, рад приветствовать вас на моем канале. На вопрос, когда я отгибаю ветки, на какое время именно я это делаю, отвечаю: на полгода. Если вы делаете летом, то весной уже можно отвязывать, и она приобретает именно такой вид, который вы зафиксировали. Вот видите, даже все ветки, они уже в таком виде, в каком я их закрепил. Если вы их закрепляете весной, к осени они уже будут готовы и тоже будут находиться в таком виде, в каком вы их закрепите. То есть всего лишь полгода. Или один сезон, то ли зимний, то ли летний, без разницы. Можно это делать в любое время, или весной, или осенью, или летом. Что еще хочу сказать, что напомню, я это все делаю для того, чтобы вызвать более обильное плодоношение на горизонтальных ветках. Вот ветка вертикальная, у нее есть только ростовые побеги, рядом ветка горизонтальная с бутонами, то есть с урожаем. Также вот эта ветка была тоже наклонена, и она в прошлом году плодоносила, и в этом году плодоносит. Получается, одни ветви я нагинаю, те, которые отходят или года два отплодоносили, я их, к примеру, вырезаю, более верхние опять отгинаю и так далее. То есть постоянно обновляю, чтобы дерево было небольшое, удобное для обработки и сбора урожая, и в то же время обильно плодоносило. Другими словами, хочу сказать, что ветви, те самые вертикальные, о которых я говорил, что их постоянно вырезаю, есть другой способ. Их можно просто отклонить в сторону, закрепить, и они принесут пользу, начнут через год плодоносить. На этом пока все. Спасибо за внимание. С вами был Виталий Орех. До свидания.